Казахстане значительно снизилось количество инфицированных COVID-19. За прошедшие сутки вирус подтвердился у 263 человек. В разрезе регионов привычные трехзначные цифры положительных ПЦР-тестов заменили двухзначные. Так, например, в Алматы, который долгое время не сдавал позиции антилидера, за 24 часа заболели 95 человек. Чуть больше 20 зараженных в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. 16 новых случаев зарегистрировали в столице. В Северном Казахстане почти в два раза больше – 29 ковид-инфицированных. В Актюбинской, Атырауской и Мангыстауской областях за сутки не было ни одного положительного ПЦР-теста. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 833 казахстанца.